Дякую за те, що ви з нами. Ми розпочинаємо корисні поради у громадській приймальні. Вперше про цей синдром заговорили 30 років тому, коли світ почав розвиватися швидше і динамічніше. Ще до давнього часу фахівці були переконані в тому, що він спричиняється відсутністю відпочинку та постійним стресом. Однак нині деякі вчені схиляються до інших причин його появи. Що таке синдром хронічної втоми і як його розпізнати? Розкажемо за мить. Керівник психологічної служби міста Києва пані Олена Кепканова сьогодні буде нам розповідати все про синдром хронічної втоми. Пані Олена, рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Шановні глядачі, ми продовжимо дійсно таку, можна сказати, психологічну тему. 223-0971. За цим номером телефону ми запрошуємо вас обов'язково долучатися до нашої розмови. Говоримо сьогодні у корисних порадах про синдром хронічної втоми. Що це таке, дійсно, які причини насправді спричиняють подібний момент і які симптоми можуть говорити про те, що у нас вже з'явився такий синдром. Будь ласка, долучайтеся, ми чекаємо ваших дзвінків, чекаємо ваших запитань на цю тему. Пані Олена, дійсно, я хочу, щоб ви роз'яснили, ще до недавнього часу, якимось чином так вважалося, що якщо ми говоримо про синдром хронічної втоми, то ми маємо на увазі саме постійну хронічну втому, яка накоплюється в нашому організмі. Нині ж деякі фахівці вже говорять про те, що він може трапитися раптово, після там якоїсь хвороби, або, можливо, навіть вірус може спричиняти подібний синдром. От роз'ясніть, як спеціаліст, так це чи ні? Ну, если говорить о хронической усталости, то мы можем опираться на все то, о чем вы сейчас сказали. Да? То есть, это может быть последней каплей чего-то, что накапливалось у нас долгое время. То есть, все-таки это не первая причина? Не может быть одномоментно синдром, этот синдром усталости, хронической усталости, одномоментно появиться у человека. Это следствие. Следствие очень многих вещей, которые происходят с человеком, его организацией жизни, его работы, которую он каким-то образом устраивает и организовывает. И вот это количество стрессов, которые есть у него в жизни, и это все в комплексе, да, полностью сукупно. Здесь может быть и болезнь, которая длилась долгое время, может быть. Але вона дасть же, я так розумію, останній поштовх перед ним. Совершенно верно. Ну, знаете, мы вообще-то нельзя говорить, что является первым, что вторым, что третьим. Здесь нужно говорить о основном и о том, что является самым, наверное, основной причиной. Основной причиной это стрессы, количество стрессов и длительность стрессовых ситуаций, которые есть в жизни у человека. Вот мы поговорим еще действительно про то, сколько часу накопливаем мы до такого стану, ось эти стрессы в себе, после запитания. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Не кажется ли наши гости, я очень вас уважаю, это очень, я думаю, очень такая служба психологии, психотерапии очень сложная. Да. Скажите, пожалуйста, не являются ли все проблемы сейчас, в наше время, результатом недостатка денег? Когда плохо живется, когда нельзя ничего приобрести, когда все упирается в то, что денег-то нет. Так, дякую вам дуже за дзвінок. Ну, ми зараз будемо це питання розглядати саме не з соціальної точки зору, тому що ми розуміємо, що є певні соціальні моменти, які тут слід обговорити. Однак саме з психологічної, пані Олено, от взагалі дійсно, якщо людина розуміє, що у неї від того, що є постійний якийсь недостаток грошей, так само стрес, чи впливає це? Совершенно вірно. В даному випадку зараз мужчина говорив про те, що у нього, то есть нет денег, постоянная проблема того, что нет денег, она постоянно давит, постоянно приводит в состояние неспособности заработать денег или невозможности заработать денег. То есть это тот стимул, который делает ситуацию стрессовой, жизнь человека стрессовой. И если эта ситуация повторяется много раз, из месяца в месяц, когда получают деньги, и их не хватает до следующей там пенсии или зарплаты. Это приводит к тому, что здесь очень много проявлений, да? Негодование, злость, уныние, тревожность. После этого, то есть эмоциональное. Сначала это эмоциональное сильное переживание, после этого
Это физиологическая реакция на вот этот стресс. Уже переходит на тело полностью. Это учащенное сердцебиение, это тахикардия, это... Ну, все ничего... Одышка, это все хронические заболевания, которые есть у человека, они обостряются. И непонятно почему, да, вот такие стрессы, постоянно текущий стресс, он может привести к тому, что все, ну, болезнь, угу. которая была, и о которой вы говорили, что вот болезнь вызывает. Да, совершенно верно. Может и так, и может быть обратно, потому что человек может сильно переживать от болезни, которая у него есть, очень сильно, и это приводит его в состояние стресса постоянно. Угу. Если эта болезнь не проходит, и он переживает, как, где взять деньги на то, чтобы вылечиться, это приводит к тому, что он постоянно переживает, и синдром этот появляется, хронической усталости, переживания, который вызван именно стрессом. Угу. Так, постоянно, даже... длительной стрессовой ситуации. Так, тобто одне може на інше впливати, і навпаки. Дякую дуже. Слухаємо ще запитання. Добрий день. Доброго дня. У мене таке до вас питання. Синдром синхронічної утоми супроводжується гіпертонічними кризами. А питання в чому? Це випадок лікарняний чи ні? Бо звертатися до поліклініки, кажуть, ну вам треба похудіти або попити вітамінки. А як тиск менше 790 на 100 не буває, так і хронічна втома не приходить. Дякую. Угу. Дякуємо дуже. От, до речі, досить слушно зауважили, тому що в порадах лікаря досить часто ми, коли говоримо про серйозні такі хронічні захворювання, лікарі кажуть, ну, ви намагайтеся, будь ласка, не нервуватися, перш за все. Прошу. Верно. Это очень, с точки зрения врачей, кажется просто. Ну, вы не нервничаете, перестаньте нервничать, все пройдет. На самом деле, да. Как с этим справиться? Угу. И вот здесь, ну, я тоже болею, да, иногда. И когда мне тоже говорят, что вот это от этого, это от этого, тоже интересно слушать, потому что я еще знаю другую сторону. Психологическую. Которая называется психосоматика, когда есть стрессовые ситуации, влияют на организм, и появляются те или иные симптомы, синдромы. Кстати, в книге Луизы Хей очень хорошо она объясняет, что от чего происходит, какие болезни от чего, с точки зрения психосоматических проявлений. Так-так. Поэтому, если есть гипертония, ну вот в данном случае, да, это медицинский как бы симптом, да, синдром. Гипертония. Что вызвано, что вызвало гипертонию? И вот если человек начинает разбираться в том, от чего, что происходит в его жизни, ну, здесь, конечно, психолог может помочь, потому что мы живем, не осознавая собственную жизнь. Мы живем быстро, особенно сейчас, бегом. Так, это швидкая динамика. Да, нужно многое успеть, многое сделать, но не осознать. И вот есть моменты жизни, когда... нужно остановиться. Зупинитися. Совершенно верно. Остановиться, и тут, если ты не останавливаешься сам, то тебя останавливает ситуация или болезнь, или стресс, из которого ты уже выбраться сам не можешь. Угу. И тем или иным образом попадаешь в ситуацию, когда тебя просто жизнь останавливает. Уже життя сама тем решу. Или иным образом. Угу. Либо это больница, либо это такая длительная... длительное торможение. Ну, в стрессовой ситуации вообще-то есть выявляют таких два момента. Это реакция в стрессовой ситуации. Либо бежать, либо обороняться. Угу. Или убегание, или оборона. Борьба. Так-так. Поэтому здесь... Ну, это действие. И одно, и второе – это действие. А каким чином эти действия можно, вот, если мы на життєву нашу ситуацию перекладаем, от дійсно або біг, або оборона, каким чином это можно зрозуміти? Что делать в житті, если мы понимаем, что стресс, и нужно с ним бороться? Вы понимаете, здесь бороться мы будем таким образом устроена наша нервная система. Угу. Все очень индивидуально. У одних людей реакция... Нужно бежать, убегать для того, чтобы... Есть угроза, стресс. Это угроза жизни. Нужно убегать и избавиться от этой стрессовой ситуации. У других людей наоборот. Я сделаю все, чтобы этого сейчас не было. То есть я предприму все действия. Так вот, можно сказать, есть пассивная и активная реакция в стрессовой ситуации, когда мы готовы что-то делать. Вот в данном случае мы готовы... Вот был вопрос, да? Человек
понимает, что у него вот врач говорит гипертония. И он хочет разобраться, что привело к этой гипертонии. Так, так. И если он хочет разобраться, он встанет, пойдет к специалисту, который начнет разбираться в его жизни. Да, и, может быть, и разбираться сам в своей жизни с помощью специалиста, который и поймет, скорее всего, может быть, что является стрессовой ситуацией и что стимулирует вот эту гипертонию. Что и тогда человек сам принимает решение, что же делать. Так, либо обороняться дальше, либо уходить из этой ситуации стрессовой. Так, дякую. Слухаем ваше запитание. Добрый день. Добрый день. Добрый день, ради чего? Я хочу вас спросить, я первый вопрос задавал. Да. Скажите, пожалуйста, честно, у вас есть медицинское образование, как психолог, психотерапевт, или вы неудавшийся психиатр, с которого хорошо подвешен язык, и не знаете, как ответить? Вы ни на один вопрос еще не ответили. Так. Я вас очень прошу, не приглашайте таких вот, как этот гость. Так, дякуємо дуже за дзвінок, дякуємо. Ну, от ви ж одразу видно по вашому телефонному дзвінку, по якому от ми зараз почули, що у вас точно є стресова ситуація в житті. От ви дослухаєте наш ефір до кінця, і ви зрозумієте, яким чином боротися саме з цим стресом. 223-0981, будь ласка, ми говоримо сьогодні про синдром хронічної втоми. До речі, будемо говорити дійсно про симптоматику саме цього моменту, тож, будь ласка, долучайтеся далі. Прошу, пані Олено, ваш коментар. Давайте розкажемо, яка у вас освіта, яким чином ви працюєте. Так. Я имею психотерапевтическое образование, я занимаюсь эриксоновской психотерапией, это работа с телом. Я психолог, я не психиатр однозначно. Медицинское образование у меня начальное, я медицинская сестра, да. А от яким чином, якщо людина ось таким чином реагує взагалі на якісь життєві ситуації, очевидний такий негативний такий викид так, в суспільство, чи можуть отакі моменти також накоплюватися в організмі і також виснажувати тіло і емоційний стан людини? Ну, знаєте, коли... Ну, вот такое состояние, которое сейчас, да, ну, человек неспокоен, человек очень волнуется и переживает. Я понимаю, почему. Потому что очень много сейчас того, что мы называем психологией, но психология на самом деле не является. Дело в том, что сейчас, если я буду говорить психологическими терминами и изъясняться научным языком, я думаю, не очень будет понятно зрителям то, о чем я говорю. В начале своей деятельности у меня достаточно большой опыт работы психологом, больше 25 лет, и просто в начале своей деятельности я наступила на эти грабли, когда ты начинаешь говорить на большом количестве людей, на большом собрании, и тебя не понимают, и это скучно. Я поняла, что нужен другой язык, живой. Так, я дуже сподіваюся, що наші глядачі, які зараз будуть долучатися до нашої розмови, все-таки розуміють, про що мова. І я хочу, пані Олено, щоб якраз зараз ви розказали, яка взагалі симптоматика синдрому хронічної втоми. Можливо, людина дійсно ось так біжить-біжить і не розуміє, що в неї вже давно з'явився цей синдром. На що слід звернути увагу в своєму житті для того, щоб зрозуміти, що вже потрібно щось робити? Ну, я буду говорити вже не о синдромі, да, а признаках, психологических признаках так. этого эмоционального выгорания или хронической усталости. Ну, они есть когнитивные. Это когда у нас невозможность, у человека есть невозможность сконцентрировать внимание на чем-то одном. Когда он ничего не запоминает, и, ну, есть моменты забывания. Когда очень сложно... ну, о чем-то, сконцентрироваться на чем-то, о чем-то думать об одном. Есть моменты психологические, поведенческие, когда мечется, либо торможение полное, когда человек сидит, смотрит в одну точку и ничего не делает. Или наоборот, состояние очень сильной активности. Навпаки, гиперактивность. Да. Активность, такая суета, человек идет, он что-то делает, но не знает, зачем он это делает и для чего он это делает. Это тоже является... Но просто разумеешь, что треба что-то делать. Что-то делать, да. Но у него такой способ ухода от стресса. Он должен что-то делать.
От якщо зараз наші глядачі почули серед цих ще фізичні признаки, це учащене серцебиение, це обострення, я говорила, всіх хронічних заболівань. Температура може бути чи ні? Температура, розстройства. Ну, це все медицина, зараз я не буду туди. Але все одно. Якщо, можливо, зараз почули наші глядачі, розуміють, що подібна симптоматика, вона їм дійсно притаманна. Що робити? Я боюсь, что большинство сейчас найдет в себе подобные симптомы. У нас такое життя зараз. Ну, вы знаете, эти признаки, они могут проявляться очень там редко, но если они проявляются часто и перерастают в такую депрессию, в постоянное уныние, то здесь мы можем говорить о синдроме хронической усталости. Да. Угу. Яким чином починати з ним боротися, перш за все? Це мають бути фізіологічні якісь моменти, чи все-таки психологічні? Ну, на мой взгляд, на взгляд психолога, да, нужно первое, что нужно сделать, это осознать и уметь понимать, что с тобой происходит. Угу. Что происходит и почему это... Почему это происходит? Когда когда есть знание о стрессовой ситуации и способность анализировать свою жизнь, угу. Тогда легче с этим справиться. Ну, есть еще один момент, такой как оптимизм, который... Оптимисты, они редко имеют такой синдром. Так. Они смотрят в жизнь дальше. Вот сейчас это плохо, дальше будет лучше. И вот оптимизм – это... Ну, наверное, враг стресса, да. Оптимистичные люди, они редко попадают в такую ситуацию. Очень важно иметь социальное окружение, которое поддерживает. Социальное окружение – это может быть семья, это могут быть близкие люди, это друзья, это все, кто есть рядом, не оставляя человека в ситуации одиночества. Это очень важно, потому что в одиночестве быстрее можно уйти. Потому что человек начинает думать, ему не с кем, главное, чтобы он говорил, ему не с кем поделиться чем-то своими переживаниями, и надумывание, знаете, это оно так, приводит. Так, если заплутаться в своих думках, можно так далеченько дійти. Да. Слухаем вас, добрый день. Алло. Добрый день, рады вас чути. Добрый день. Добрый вас беспокоит Киев, это пенсионерка. Дело в том, что я просто слушаю. Алло. Да. Так, говорите. Я слушаю вашу передачу, и вот хочу вас спросить. Ну, мне помощь, я не знаю, какая может быть. Я человек, потерял одну единственную дочку, я в трагедии живу сейчас. И я уже принимала все, что могла. Состояние хронической усталости, астения, вот такое состояние. Ну, я обращалась к врачам. Помощи пока не увидела, не почувствовала. И транквилизаторы принимала, антидепрессанты принимала. Можете вы мне, пожалуйста, что-то подсказать, или это нужно... Так, почули. Я вам дякую дуже за те, що ви зателефонували. Прошу, пані Олено. Ну, в даному случае у человека горе, утрата близкого родного человека. И, ну, в данном случае есть специалисты. Что я могу посоветовать? Это психолога, который занимается именно этим профилем. Есть специалисты, которые занимаются стрессовыми состояниями, тревожностью. И в данном случае можно наблюдать... Ну, вы знаете, сейчас у вас происходит состояние горевания. И это ощущение, оно проходит. Оно проходит, оно имеет несколько стадий, этапов. И, конечно, сопровождение специалиста вам желательно, потому как очень сложно с этим справиться, особенно уже если в возрасте, потому что есть свои какие-то определенные установки, и с этим сложно в одиночестве справиться. Нужно обязательно обратиться. Если вам очень сложно и очень тяжело, потому что обострение всех ваших болезней, медики, конечно, они вам предложат полечить болезнь. Угу. А первопричина болезни может быть совершенно другая, она эмоциональная. Очевидно. Да.
Пані Лена, а от я хочу, щоб тут, от і поєднуючи ось цей наш дзвінок, і поєднуючи нашу сьогоднішню тему, ви зазначили, от якщо дійсно вже так стається, що якісь ситуації у житті призводять до якоїсь такої серйозної глибокої депресії, з практики найчастіше, в чому люди знаходять вихід? За що чіпляються, щоб, ну, грубо кажучи, вилізти з цього тунелю? Що нині рятує людей? Робота, сім'я, кохання чи які моменти? Ну, у каждого свое, свой способ. У каждого свой способ выхода из стрессовой ситуации, выхода из депрессии. Но я еще повторюсь о том, что каждый нужно осознавать это, что есть, что есть моим ресурсом, что мне делать приятно, что приносит мне удовольствие. Так. И вот это может спасать от эмоционального выгорания, может даже быть каким-то заменителем терапии. Ну, это увлечение, скорее всего, те увлечения, которые приносят удовольствие. Я правильно розумію, що ви ж говорите про такі прості речі, там, можливо, комусь там догляд за кімнатними рослинами підходить. Совершенно верно. Я, наприклад, люблю петь. Вот для меня это мой терапевтический метод выхода из ситуации. Меня волнует, когда я не пою, потому что я понимаю, что уже глубоко зашла в ситуацию стресса. Да? Поэтому... А от серед вашої практики, взагалі психологічної, які такі моменти такі були, можливо, найбільш дивними, але дієвими для ваших пацієнтів, для людей, з якими ви працювали? Ну, знаєте, ніколи я не даю рекомендацій, конкретних, що вам потрібно. Да? Потому что я ищу, что, какой у человека есть потенциал, какой ресурс, что для него важно. И тогда он сам говорит о том, что можно сделать в этой ситуации для него, что для него будет действенным. А сколько часов потрібно прочекати ось цей період, поки, ну, от, грубо кажучи, все налагодиться? Скільки часу людина розуміє, що ще потрібно працювати над собою? Наскільки треба розраховувати? Бывает по-разному. Бывает достаточно одной встречи. Бывает, когда получается, знаете, такой инсайт, и человек понимает, вот он путь, вот она дверь, и я сейчас ее открою и пойду. Ну, это образно, да? Да. Бывает по-разному. У меня были клиенты по полгода, по несколько лет бывают люди. Но это редкие встречи, когда у человека повторяется такое состояние, связанное с чем-то определенным. Потому что это все-таки фиксируется. Стрессовая ситуация. Иногда мы просто привыкаем к стрессовым ситуациям. Небольшие стрессовые ситуации. В принципе, стресс бывает и положительным. Это тот стресс, который стимулирует нас на... Что-то работа. Конечно. Да. На какие-то действия. Причем эти действия, скорее всего, связаны с личностным ростом. Я что-то должен преодолеть для того, чтобы это вот случилось. Но когда этих стрессовых ситуаций бывает слишком много, и каждый должен понимать вот эту грань, которая... которая переходит от позитивного стресса до негативного. Когда уже ты переходишь в негативный и в постоянно действующий стресс, который разрушает тебя изнутри, разрушает твое здоровье. Пані Олено, залишайте одна хвилиночка, давайте ми розкажемо про профілактику. Що робити для того, щоб не допустити у нас взагалі синдрому хронічної втоми, щоб ми були переконані, що він нам не загрожує. Прошу. Що делать? Ну, перше, вести здоровий образ жизни. Это первое. И искать те моменты в жизни, которые будут вас радовать. Потому что очень много вещей, которые нас огорчают, особенно сейчас в жизни. Да? Но если у человека нет того, что его радует, это очень печально. Поэтому нужно искать даже самую маленькую мелочь, которая будет вас радовать. Так. И постоянно к ней возвращаться. Может быть, вспомнить что-то из детства. Может быть, вернуться в это состояние через что-то. Но это определенные психологические техники. Да. Но, может быть, найти свою любимую вещь или игрушку, или книжку, которую ты читал, и она тебе очень нравится, и перечитать ее снова. То есть, грубо кажучи, триматися за те, що робить вас щасливими. Совершенно верно. Пані Олено, я вам дякую за розмову, я дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні про синдром хронічної втоми нам розповідала керівник психологічної служби міста Києва пані Олена Кепканова. На цьому ми завершимо корисні поради. Далі на вас незмінно чекає випуск СТН, а після новин та новин спорту ми побачимося з вами у депутатській приймальні. До неї сьогодні завітали.
вітає представник єдності пан Костянтин Яловий. Говорити будемо про екологію у Києві, а також про проблематику масиву Нивки. Нам справді буде про що поговорити, тож, будь ласка, не перепикайтесь.